Система мер господдержки предприятий народных художественных промыслов – главный вопрос, который обсудили на форуме креативных территорий. Так, одна из главных целей сейчас – включить такие организации в федеральный реестр. В таком случае они официально смогут получать средства из госбюджета. Председатель законодательного собрания нашего региона Ольга Хохлова подняла вопрос о развитии тех муниципалитетов, на земле которых укрепились производители народных художественных промыслов. Это необходимо и для развития туризма на малой родине предприятий и отрасли. Встретив здесь наших мастеров, мы приняли решение, что нам необходимо организовать в сентябре слушание на базе законодательного собрания, рассказать об этом форуме, выслушать наших мастеров, их предложения. И уже по результатам либо программу создать, либо какие-то закон новый принять. Нам нужно работать у себя в области. У нас потенциал огромный. В рамках форума наградили лауреатов российской премии в области народных художественных промыслов на родном. На ее соискание было подано 255 заявок из 41 региона страны. Среди победителей – представители Владимирской области. Гусевской хрустальный завод имени Мальцова победил в номинации «Дизайн и ремесло» с лучшей коллаборацией с народными художественными промыслами.